Протирать штаны – это не про них. В экопарке за Тюменской прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу, участие в которых приняли команды органов местного самоуправления и муниципальных учреждений областного центра. Первым дистанцию 2 километра преодолел сотрудник департамента по спорту и молодежной политике. Дистанцию прошел достаточно легко. Дистанция хорошая, погода отличная, поддержка болельщиков имеется, организация прекрасная. Поэтому одно удовольствие. У женщин сильнейшей и быстрейшей стала Олеся Лисечка из департамента безопасности и жизнедеятельности. Вот мы втроем как побежали, и мы, в принципе, ну, рядышком все бежали. И потом просто у девчонок, видно, ну, чуть-чуть тоже выносливость закончилась. Следующим видом 23-й спартакиада служащих станет плавание. Соревнования пройдут 9 октября в бассейне многофункционального центра «Олимпия».